можно этот итог мы просто... Не, мы там это... Короче, несколько команд мы все-таки правильно произнесли, так что все хорошо, да. Ну, просто Висенс... 30% сказано белым. Висенцы? Это неплохой результат. Нет, Висенс — это ведьмы. Ну, не как лебеди. Ну, висенцы. Прияж? А, это было Пража. Прага, Висенс. Ну, пражские. Пражские Висенс. Вот, я правильно сказал, пражские Висенс. Ну, а Прага, Висенс. Короче, они... Короче, если честно, мы перепланили все названия, нужно потратить еще 2 минуты и сказать все верно. Потому что мы 2 раза точно сказали «Пражские лебеди». Ну вот. И мы купили с названием «Кивутарет» вдвоем. Как «Кивутарет»? «Кивутарет». «Кивутарет». Да. Ты заново списал? Да. Это прямо вставить, это все равно не видно никак. Может быть, просто финальное плане продиктовать? Ну... Такая вставка. Да. А теперь мы подумаем, что мы все-таки не лебеди. Итак, посовещавшись, мы решили все-таки произнести название команд заново. Короче, заново пишем. Итак, немного посовещавшись, мы решили все-таки... Лисицы, да. Да заткнитесь вы. Лисицы — это ебучие. Да, там записи. Зачем мне это? Мы сейчас заново произнесем. Я говорил лебеди до этого, ты говорил... Мне похуй, произнесем заново просто. Ну что, я был долбоёбом, который перевел Виксенс как лебеди. Сейчас просто скажем, что типа, мы решили произнести команды заново. Прикол такой, шутка. Шутка. До этого пошутили. Я посмотри с телефон просто. Да, жеребьёвка женская. Да, очень интересно. Видел, не все, уберите это дерьмо, давайте, я заново скажу. Все, не встречи. Все. Итак, немного посовещавшись, мы решили произнести команды заново, потому что мы переживаем за свою безопасность. Итак, группа А, команда «Искра». Почему ты вот просто сказал, мы просто заново команды назвать и все? В этом есть смысл. Какой в этом? Давай реально назвать всех Сарымага, Катюша, ну вот всю хуйню просто переделать реально, чтобы смешнее было. Реально, превратим в цирк эти женские бои, а пятерки серьезно сделали. Уже там нам пиздюлей могут дать, а здесь только толпой, наверное. Ну могут, ну могут. А пиздюлей попадает в кадр, кстати? Надеюсь, нет. Это реклама с новым источником. За которую тебе не заплатили, блин, а сука. Так, ладно, короче, да ладно, это прикольно. Блять, бабы будут думать, что мы издеваемся над ними, всегда так думают. Это в этом и смысл. У нас нормально было. А можно этот ролик отдельно в этом? Тогда реально будут думать, что мы конченые ебланы. А ты как это? Заметь, лисиц перепутал ты, а не я. Нет, а я не спорю, что я перепутал лисиц. Попрошу это зафиксировать. Я перепутал лисиц, да. Вы не мужчины. Нет, просто даже жеребёвками не могу. Мы не сможем вставить моменты прикольные. То есть потом ты вставишь моменты прикольные, да? Это прикольно будет. Почему прикольно? Потому что говорим как долбоёбы, не знаю перевод слов и название команд. Да, это весело. В смысле, два организатора разных турниров считаем, реально, долбоёбами. Которые даже на английском не смогут, если что, произнести. Да зачем ты нас этого заблочил? Вот это мой... Всё, люди все знают. Все, дай на английском вести. Good morning, ladies and gentlemen. Threat me to introduce myself. Да, вот так вот. И пошёл. Всё? Да? Ну, лимитов всё. Ну и всё. Group A. Group E. Ты знаешь, что так рождается шоу все? Клоуны так рождаются, которые... Ну, клоуны ведут шоу. Я не хочу быть клоуном, но вести шоу. Там у меня лавки. Мы же не все выкладываем. Будет выглядеть как прикол, как будто мы по приколу так назвали. Ну давай. Серьезным ебальником я говорил. Пражские лебедь. Короче, ты озвучишь свою, я свою. Контрацепт, блядь. Ну кивутарет звучит как либо болезнь, либо лекарство. Другого не дано. А как еще? Реально, мне кивутарет там типа 200 грамм. Пражские лисицы и Wild Fury. Заткнись ты. Зачем ты? Вот зачем ты это сделал? Блять, я этих смешали, я не знаю, что я сделаю, блядь. Ребят, искра лучше на А. Я Авель написала, искра остается. Вот а можно ударение прямо на списке поставить? Короче, что это лисицы? А можно я буду искать, когда ты будешь говорить это и все. Короче, смотри в тыкву просто. Смотри в тыкву. Зарядил 9. Заткнитесь все, я расскажу, и все будет хорошо. И вам отдадут ваши паспорта. По любой причине, мне смешно, и мне паспорт даже не нужен. В смысле, он у меня есть. А у нас нет. Ты до сих пор уверен, что он все еще у тебя есть? Короче, давайте. Оремскую станцию метро. Таганский или Рязанский проспект, но между ними. Они не рядом, просто это место не рядом с метро. Блядь. Олег Сыркин на тапки забрать, это образ. Я должен был 7.30, 37 минут в Китай года. Это недалеко. Сочувствую. Но 7.30 через минуту будет. Ну и что теперь? Чем больше ты будешь смеяться, тем дальше твои тапки от тебя. Ну давай, давай, уже далеко, не похоже. Итак, посовещавшись, мы решили произнести название команд заново, потому что организаторы переживают за свою безопасность.